В мае Сындхил Кумар преодолел в Курске 10 километров на всероссийском полумарафоне «Забег.рф». Теперь позади еще одна дистанция – учебная. Он первый в семье, кто выбрал медицину, хочет стать хирургом. И дома в Индии дипломированного доктора ждут не только родные, но и многочисленные односельчане. Хочу домой. Ну, я все каникулы я не ездил домой 6 лет. После окончания здесь нам надо сдавать экзамен в Индии, государственный экзамен. После этого мы можем работать в госбольнице. Для Курского меда это уже 42-й выпуск. На этот раз дипломы получили 128 молодых специалистов. Ректор вуза Виктор Лазаренко подчеркнул, врачи – это национальное достояние и национальная защита в каждой стране. И дал главное напутствие начинающим коллегам. Я хочу пожелать, чтобы вы любили своих больных. Через любовь к больным вы поставите правильный диагноз и сделаете правильную манипуляцию и операцию.